Кудулинга Б. Сок Чун Сон, Южная Корея. In the red, Gomil Green, Son Sok Jun, Korea. Так, объявлены бойцы. No low blow. Давайте смотреть первый раунд. Hold up. It's okay. Come back. No. Please. Напоминаю, это весовая категория до 69 килограммов. Суперпол средний вес. Тунисский боксер сразу пошел вперед, посмотрите, пытается сдвинуть своего соперника с центра. Но тот собирается этого делать, хорошо перекрыт. Перчатки высоко подняты голове, и вот дистанция пытается отвечать на этот спурт со стороны соперника. Чувствуется, что корейскому боксеру выгоднее работать на дистанции. Ну а его сопернику надо подходить поближе. Пытаться атаковать серийно. Но он нарывается на джеб. Довольно жестко кореец встречает вот эти выпады оппонента. Хорошо сейчас пробил боковым потом по корпусу. И на выходе снова левобоковой работает у корейского боксера. Сейчас он уже теснит соперника. Посмотрите. Ушел от каната боксер из Туниса. И здесь снова развернулся нырком. Не остался у каната в Тунисе. И снова он спиной упирается Stop. Time. В границы ринга. И у него выпадает капа. Oops. Отчаянно тунисский боксер бросается отыгрываться. Но еще раз скажу, очень хорошо чувствует дистанцию, работает на ногах, хороший джеб у корейца. Он всем этим пользуется. Не может подойти на свою дистанцию тунисец. Видите? Забрасывает такой длинный боковой, опять мимо цели. А это удар по печени. Иногда он сможет продолжать бой или нет. Вот в чем вопрос. Очень четкий удар слева по печени. Скорее всего, бой будет остановлен. Все. Досрочная победа. Тунисский боксер. Или он... Определили, что удар был ниже пояса. Понятно. Есть 5 минут на то, чтобы восстановиться. Сколько потребуется этому боксеру? Но он готов к продолжению. Да, удар был в резинку. Даже ниже, может быть. Поскольку все синее, очень трудно определить, куда попадает перчатка. Нет контрастного пояса. Но все равно раунд. Вот за этим боксером, с которым нас сейчас с вами знакомят. Боксер является победителем Кубка Сеула. Переводится под руководством Ли Хуна. Кто
긴장을 많이 했어. 편하게 적어주셨는데 초반에 적어줘요. Отошел от того попадания. Смотрите, вот мы видим повтор. Ну да, точно в резинку попадает. Болезненный удар. Так, второй раунд. Снова ищет подходы боксеры Туниса. Но соперник по-прежнему четко контролирует дистанцию. Смотрите, встречает. Хорошо, снова попадает боксер в красном. Очень широко бросает вот эти свои удары. Боксер из Туниса, посмотрите, да? No holding, no pass. Напрашивается прямо удар снизу. Break! Снова в атаке кореец. Остался у канатов, Stop! Принимает удар на защиту. Снова выпадает капа. Второй раз уже. Так можно предупреждение получить. И будет снят бал. Ну вот как раз рефери говорит об этом. Если будет третья потеря защитной амуниции, то будет снесено. Итак. Половина раунда позади. Продолжает довольно четко на своей дистанции работать. И снова упала кап. Ну что, сейчас будет снят бал, я думаю. Вот рефери подзывает боксера к себе и показывает, да. Было предупреждение. Бокс! Ко всем неприятностям боксера из Туниса добавляется еще одна. Еще раз к разговору о дистанции. Да? Вот нашел свою дистанцию, среднюю, дальнюю, боксер из Кореи, и четко этим пользуется. Очень много ударов пропускает тунисский боксер. No holding. Stop! No, eh? Много из них приходится по защите, конечно, Box! Но все равно. Заканчивается второй раунд. Рингфайт. В синем углу ринга готовится к продолжению боя Ахмед Нижри, Тунис. Боксер 96-го года рождения. Боксом занимается 16 лет. Является участником квалификационного турнира Олимпийских игр 2008 года. Да, ветеран. Так сразу не скажешь. Ну вот эти удары. Очень неприятный по корпусу, мы видим, наносит кореец. Хороший повтор.
Тэнь-Ми, seconds out. Итак, третий раунд. Давайте смотреть. Раунд 3. Рисунок боя не меняется, да, вы видите? Что ж такое? Что за капа такая, которая самопроизвольно вылетает? Причем боксер показывает, что он недоволен этим. Но либо капу надо было подобрать поплотнее. No holding. Он этим пользуется. Так, развернулся, подставил затылок, получает очередное замечание от судьи. Бокс. Стоп. Хай. Да что ж ты будешь делать? Пусть без капы выходит уже. Все. Бой окончен. Дисквалификация. Вот так вот. Дисквалификация. Ну, он проигрывал вообще однозначно этот поединок. К тому же, 5 раз выпала капа за 1.5 раунда. Это своеобразный рекорд. Да, ветеран приехал, вышел на первый поединок, но все закончилось для него весьма печально. Боковые судьи. Первый стол Иран, второй Тунис, третий Кения.